Приветствую всех зрителей канала. Сегодня в эфире рубрика, посвященная филателии. Меня зовут Алексей. 15 апреля 2022 года в Новосибирске. А у нас продолжается. Во-первых, продолжают напипикивать, блин. А вообще, я хотел сказать, что продолжается марафон спецгашений, который неожиданно посетил наш город. Сроду у нас не было столько гашений. Ну, я уже об этом рассказывал. Сегодня выходит продолжение серии «Ягоды». И по этому поводу также приехал штемпель спецгашения. Будет напечатана продукция филателистическая от филателии в Новосибирске. Меня флора особо не интересует. Ну, я, естественно, приеду поставить оттиски. Кое-что отправлю заодно, пользуясь случаем. У нас, естественно, будут листы первого дня по ягодам. Вот хоть я и не собираю эту тему, но лист, наверное, сделаю, так как это такая наша тема. Иду сейчас мимо сквера Героев Революции. Известное очень место. Здесь похоронены некоторые известные революционеры. Надо вообще будет как-нибудь рассказать об этом месте отдельно. Благо, у меня есть и продукция филателистическая по этому поводу. Вот часовня Николая Чудотворца, снесенная в 20-е, по-моему, годы уже в современной России. Насколько я помню, в начале 2000-х отстроенная заново. Между прочим, раньше эта часовня обозначала центр России. Ну, я подхожу к дому Ленина, к Первомайскому скверу. Сейчас вот буквально перейду через дорогу. И каких-то 5 минут буду на главпочтамте. Ребята, скорее всего, уже там, хотя еду, в принципе, с утра. Хороший весенний денек. Все, следующее включение будет уже с главпочтамта. Приготовил, значит, я штемпеля. Это вот я отправлю Алексею такое, он у меня собирает грибы. Поэтому гашение с флоры пойдет очень хорошо. И давайте покажу карточки от филателии в Новосибирске. Вышло 4, получается, у нас карточки. 2 совместно с Почтой России. Вот первая. И вот вторая. Это у нас совместно филателия в Новосибирске. Клуб филателистов Дома ученых Сибирского отделения Российской академии наук. Почта России. И 2 вот карточки от филателии. Ну, все это издание филателии в Новосибирске. По всем вопросам, ребят, обращайтесь прямо туда сразу. Ссылка будет под видео. Администратору пишите, с Валерой обо всем обсуждайте, договаривайтесь. И вот такой вот бюджетный вариант. Мы его назвали так. Здесь все сразу 4. Ну, марку можно любую приклеить. Имеется в виду на сюжете все 4 сразу эти ягоды, которые выходили по серии. Так, ну, естественно, листочки желающим на обмен. Погасил несколько конвертов. Ну, просто не погасил, даже украсил. Это еще лет 10 назад я покупал вот такие. Просто украсил штемпелем флором, чтобы потом кому-нибудь такой красивый конверт можно было отправить. И сейчас должна подойти уже моя очередь. Я вот даже, как обычно, погасил чек. Сейчас я отправлю вот это заказное и покажу вам самое главное, наверное, ради чего я приехал. Это лист первого дня. А вот перед тем, как перейти к листу уже первого дня, хочу показать сувенирную обложку. Дядя Саша подъехал с коллекционером и привез вот такую чудо-штуку. Идея в том, что в сувенирной обложке, ну, помимо описания, у нас идет квартблок с новой серии ягод. Идет вот такой вот, ну что это, винетка, да, вообще вот это идет? Да, винетка. Винетка идет. Сама серия марок. И идет 4 КПД. Сейчас я их тоже вам покажу. КПДшники, в принципе, прикольные конвертики. Выглядят нормально. И вот такие вот на все 4 марочки. А какова цена
Александр Юрьевич. 1250. Сколько? 1250. И вот за это все 1250. Я так понимаю, что основная цена здесь за виньетку и самому корочку. Да. А сейчас мы на камеру, дядя Саша будет заниматься филателистическими извращениями и испортит данное произведение. Я могу, да. Квадратную свою бумажку. Да, тебе надо чистую или какую? Чистую. Блин, так, сейчас я прервусь, потом продолжим. Так, все, нашел я бумажку. Давайте сейчас посмотрим, что будет страшное происходить. Александр Юрьевич гасит серию марок. Вот таким вот образом. Ну, видно, кстати, более-менее. Хотя, хотелось бы лучше. Ну, лучше, чем лягушки. Да. 100%. Ага, а дальше и что-то делать? И Дню Победы, которые марки. И Дню Победы, и... Да. И год науки и технологий, как бы. Ну там штемпель там, жирный был, да, там штемпель видно. Ну там хоть посветлее марки были. Ну, лягушки самые не темные. Лягушки самые были не очень. Ну. Так, а что ты делаешь? Сейчас промакивать будешь или что? Или просто туда вставишь ее? Да. Не войдет. Ну это ты делаешь для того, чтобы просто забыть, а потом вытащить ее. Да. Чтобы оно. Высохло. А подержать, посушить, что не стал, да? Оно, и так вот нормально. Это закрывается. Не, так если его вытащить и посушить, бросить на стол. Уже это же все равно гашенка, что на нее. А виньетку не будешь возвращаться гасить? Ну ладно, ну вот так вот. Если так, бы давайте. Я хотел, я бы купил еще один. А мы переходим. А так я его сейчас вот. Не знаю. Ну извините, 1250, я считаю, конечно, это что-то неправильная цена какая-то. Ну ладно, давайте мы переходим к листу первого дня. Собственно говоря, я за ним и приехал, в основном так, как это у нас в Новосибирске второй всего лишь выпуск, свежее такое начинание от филателии в Новосибирске. Собственно, флору не собираю, но так как я уже первый взял лист, надо теперь их, придется теперь их все брать. Вот. И это, с одной стороны, печально, а с другой стороны, я надеюсь, что у нас по 6 гашений не будет каждый месяц, иначе надо на вторую работу в ночную смену выходить будет. Особенно при таких тарифах. И вниз головой. Да, да. А если Валера будет поднимать цены, то его вниз головой, он правильно заметил. Вот. Поэтому вот вся страна на тебя смотрит. Значит, идея в чем? Серия выклеенная, полностью погашена мной собственноручно. Марки, кстати, Валера мне наклеил, потому что я самоклейки люблю в крив в кость приклеивать, потому что вот плохо, что нет возможности их корректировать. Ну и по аналогии, кто видел с птицами, здесь также представлены ягоды. Смотрится очень хорошо. Есть техническая информация, данные по количеству, по тиражу. И тираж, я имею в виду по тиражу, данные по тиражу конкретно марок, марочных листов. И данные по тиражу листов первого дня. Сделанных 60, да, было? Да. 60 листов было изготовлено. Листы будут, какое-то количество небольшое листов будет у филателии в Новосибирске в продаже. Поэтому заходите в группу, ссылка будет в описании. Спрашивайте, кому нужно, у администратора, получите всю информацию. Но листов, насколько я понимаю, немного. Вот, в принципе... Мое это все сохнет. Уже конверт благополучно отправлен. Валера продолжает. Ты сейчас КПД делаешь? Да. Ну, КПД я показывал, вот дяди Сашины. По сути, здесь там разница, что там московский, да, КПД. Да. Там московский, а эти наши новосибирские. Ну, по идее, вот он штемпель. Я его уже несколько раз показывал. В принципе, на листочках. Вот я тоже запас сделал. С ребятами с кем переписываюсь. Буду обязательно отправлять потом в подарок. Все. Подсушиваем. Ну, лист красивый, мне нравится. Не зря приехал, в общем. Так, Александр Юрьевич начал оформлять КПДхи. И вот он мне сейчас один дал показать. Вот, ну сказал очень аккуратно, так что вещь эксклюзивная в одном экземпляре. Вот. Это получается, ну все понятно, что получается. Здесь с полями просто наклеены марки. Это кто-то вам заказал такое? Или это вы себе сами решили? Это я себе. Очень нравится. Я не собираю флору и фауну. Так я тоже. Но поскольку это новосибирское гашение, надо себе сделать эксклюзив. Ну понял. Ну вот так вот потом рождаются эксклюзивные и раритетные вещи. Да. Ну а процесс так, поклейки дайте, идет полным ходом. Штемпель. Ну пожалуйста. Пока. Пожалуйста. Угу. А ты все будешь гасить уже сейчас? Ну. А десятки у тебя на доплату идут, да? Да, сейчас то надо. То есть ты целый рубль транжиришь, получается, да? Почему?
Ну, 59. Не-не-не-не-не. Тут у меня все по тарифу. Это десятки пойдут на доплату первым классом. А, я понял, понял. А я думал, ты 60 просто слепаешь. Вместо 59. Ну, вот таким вот образом гашение продолжается. Все, я закончил, все собрал. Об этом как бы намекает еще пока пустое место на столе. У Валеры заказов много, он продолжает заниматься оформлением. Вот ребята приезжают, тоже готовят. Ну, у дяди Саши тоже тут полно всего. Даже все и не смогу показать даже. Можно сказать, что на этом гашение по продолжению серии ягоды закончено. Каких-то еще 3 дня, и мы будем приступать к новому гашению «Московский Спартак», о котором я обязательно постараюсь снять видео также и, естественно, показать на канале. Все, группа «Филателия в Новосибирске», а также ссылки на группы «Филателия в Новосибирске» и на группу канала ВКонтакте будут в описании видео, поэтому заходите и будьте в курсе новых событий, происходящих на наших, на полях спецгашений. На этом желаю много удачи в наших интересных хобби. Всего доброго и до новых встреч.